Шарипов, Кашалаков, Кадырсизов, Каскабаев, Жунусов и Абдикеров обвиняются в сговоре для совершения взрыва, создания и участия в террористической группе, хищения оружия и боеприпасов и других тяжких преступлениях. Обвиняемые подозреваются в подготовке теракта во время открытия Государственного театра оперы и балета «Астана-Опера» и покушении на высших должностных лиц государства. В целях нарушения общественной безопасности и устрашения населения террористической группой, возглавляемой Кашалаковым, планировалось совершить взрыв Дворца мира и согласия, нападение на здание Департамента комитета национальной безопасности по городу Астане с целью убийства сотрудников органов национальной безопасности, а также организации покушения на высших должностных лиц Республики Астан. Для этого Шарипов, негативно воздействуя на создание воли и мировоззрения своей мусульманской жены, несовершеннолетней Нургалиевой, начал готовить ее к вступлению в создаваемую террористическую группу в качестве шахидки-смертницы с целью совершения ею самопожертвования во имя Аллаха путем самоподрыва во время торжественного открытия театра оперы и балета в городе Астане с участием высокопоставленных должностных лиц Республики Астан. Как сообщил журналистам отец обвиняемого Акзама Каскабаева Кайрат Садырбеков, у подсудимых нашли схему оперного театра, строящегося на левом берегу. Также указано, что у обвиняемых изъяли автоматы, пневматические пистолеты и огнестрельные пули разного калибра. Однако в виновность своего сына он не верит. Наше право не давать показать. У меня там сын и моей супруги родной братишка находится. Им предъявляют обвинение, статья там 233, это называется это какой-то салафизм, радикальный салафизм. Они всякую чепуху приплюсовывают. Это, ну, такого в нашей жизни нет. Если они намаз читают, это не говорит о том, что они против государства или против самого президента идут там что-то.